Всем привет! Вы на канале Happy David Toys. И сегодня Анита, да? Да. Откроет одну посылочку, которая к нам приехала. Да. Из далеко-далеко, из Алиэкспресс, да? Да. И это вот магнитная доска. Планшет такой. Сейчас надо это снять. Мама! Мама, откроем, откроем, да. Вот такая доска. Давай же смотреть. Смотри. Доска, и тут такие шарики магнитные. Давай. Давай сначала я тебе покажу, как можно эти шарики спрятать. Смотри пальчиками. Нажимай пальчиками. Очень хорошо развивает мелкую моторику у детей, да? Смотри, одним пальчиком вот так вот. Засовывай их обратно. Вот эти вот. Вот, смотри. Хоп-хоп. Не получается? Смотри, а можно ручкой. Давай я тебе покажу. Бери ручку и давай, нажимай. И шарик вылезает. Видишь? Классно. Можно нарисовать разные фигуры, да? Но пока Нита еще очень маленькая, она умеет только так играть. А давай спрячем шарики. Пальчиком так. Хоп-хоп. Вот эти, вот эти. Получается? Нет. Тебе понравится? Давай мама тебе нарисует квадрат. Да? Смотри, можно его заполнить. Вот. Давай нарисуем треугольник. Да. Не хватило места. Надо сделать в другом месте чуть-чуть. Мама. Да. Ты хочешь прятать? Мне тебе понравилось прятать шарики, нажимать. Очень удобно. Можно сразу так быстро все с помощью этой ручки. No. Давай. Ты легонько, не надо так нажимать, легко. Смотри. Вот, ты так вот рисуешь, и они вылезают. Видишь? Вот. Нита такая обезьяна, да? Да, бомбаки. Люби. Вот, треугольник у нас получился. Квадрат. Нита, тебе нравится такая доска? Да. Давай, смотри, ручкой убирай. Нит, убирай ручкой. Ссылочку на такую доску мы оставим вам внизу в описании. Можете заказать своим детям. В следующих видео. Всем пока-пока! Молодец, дай 5.